Еще одним приятным событием международной встречи стран Арктики стала презентация фильма «Белый ягель». Жизнь коренных народов – одно из центральных направлений в работе Большого форума. Художественная лента о современных жителях тундры как нельзя лучше отражает судьбу коренных этносов. Пусть некрасивые. Мят, манцием, мымбая. Лишь бы по хозяйству могла. Печальная история юноши, полюбившего девушку Аника. Побывав однажды в городе, она больше не захотела вернуться обратно в тундру. Фильм «Белый ягель» – это отражение современной действительности, которую создатели хотели сохранить и передать максимально точно. Это мое было непременное условие, когда я договорился с Тумаевым, с Володей, с режиссером, что снимать только в тундре и только на ненецком языке. Тогда это имеет смысл. Смысл фильма поняли не только представители малочисленных народов, но и все зрители. Без продолжения рода на земле предков народ потеряет свою изюминку, а затем растворится в мире глобализации. При поддержке Министерства культуры удалось еще раз напомнить о важности этой темы. Таких фильмов должно быть больше. Они должны быть разноплановые, потому что территория Арктики – это 2/3 территории России. Поэтому о той жизни, о той природе, о людях – конечно, надо, чтобы как можно больше людей знали. Однако на деле не все так драматично. Дети возвращаются в родные края, оставив комфортную жизнь города. Систематическая поддержка оленеводов и чумработниц дает свои плоды. Валентина Литкова говорит, что любовь к родине закладывается в самом детстве. И если она есть, то никакие блага большой земли не оставят ребенка в городе. Вот и рыбалка уже. Как и гонки. Каждому занятию свой период, свое время. Во время охоты я вот вам сказала, что чем меня только вечером можно увидеть, бывает. Кстати, жители тундры тоже увидели кинокартину. Целую неделю создатели фильма ездили по просторам Большеземелья и устраивали сеансы в кинопалатках. Следующие зрители «Белого ягеля» – жители Малоземелья и Канинской тундры. Алина Волчейская, Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».